дворе практически лето, но мои партизаны в лес лететь не хотят. Хотят только семки кушать. Еще воробьи помогают, синички утром прилетают, но крайне редко. А в основном вот эта парочка наглая, все время на семечках, с утра до вечера. Ну, как я и предсказывала, по всей вероятности, все лето эти ребята проведут здесь. Ну, до тех пор, пока не поспеют ягоды какие-нибудь, грибочки, я не знаю. Ну, до ягод они, я думаю, будут семки кушать. Им нравится. Им тут нравится, а мне нравится, что им тут нравится. У нас все взаимно. Так что пока что мои партизаны здесь. Сейчас их крайне редко бывает видно. Вот если они не на кормушке, как вы понимаете, уже листики везде зеленые. Разглядеть их где-то на деревьях крайне сложно, но когда они в кормушке, их прекрасно видно. Вот так вот все у меня весело. Вот такая вот сладкая парочка. Так что кто еще не купил в фикс-прайсе вот такое вот кашпо для цветов, мотайте на ус. Очень хорошая кормушка. Птичкам нравится. Как на качельках катаются и трескают. Но на этом сегодня все.